Здравствуйте, я Елена Бадоева, независимый трейдер. И сегодня мы поговорим о криптокошельках. Что это такое и какие виды существуют? Криптокошелек – это не кошелек в привычном для нас виде. Мы не имеем криптовалюты на руках. Вся информация о наших биткоинах находится в интернете в системе блокчейн. Криптокошелек – это программа, интерфейс, который обеспечивает удобный доступ к блокчейну и его функциям – хранению, получению и отправке. И к информации о наших активах. Во-первых, криптокошельки делятся на моно- и мультивалютные. Установив монокошелек, вы можете работать только с одним видом криптовалюты, например, только биткоин или эфир. На мультивалютных кошельках можно оперировать несколькими монетами, что, конечно же, гораздо удобнее. Во-вторых, кошельки бывают тяжелые и легкие. Тяжелые – это когда вы скачиваете весь блокчейн, привязанный к монете, и храните его у себя на компьютере или жестком диске. В этом случае ваш кошелек считается нодой, то есть устройством, которое имеет право голоса в системе блокчейн. Для такого кошелька требуется более 200 гигабайт свободного пространства. Легкий кошелек – это подключение к сети без скачивания полной версии журнала блокчейн. Такие кошельки используют частичную синхронизацию и поэтому могут весить всего несколько мегабайт. И в-третьих, кошельки бывают горячими, теплыми и холодными. Горячие кошельки – когда вы храните свои криптовалюты на онлайн-сервере с предоставлением ему доступа к вашим паролям и приватным ключам. То есть есть риск, что сервис может воспользоваться знанием ваших приватных ключей. Теплый кошелек – устанавливается на ваш ПК или другое устройство, и приватные ключи хранятся только на устройстве. Но из-за постоянного подключения к сети интернет есть риск кражи ваших ключей с устройства и, соответственно, потери денег. Холодный кошелек – это ваше устройство с приватными ключами, у которого отсутствует постоянное подключение к интернету. Если говорить о размещении кошелька, то он может быть на компьютере, аппаратном устройстве, флешке, на мобильном устройстве через специализированные приложения на смартфоне и веб-кошельки на серверах, а также бумажные кошельки в виде QR-кодов на бумажном носителе. На сайте bitcoin.org есть своеобразный каталог популярных кошельков, и вы можете выбрать для себя наиболее удобный и не один вариант хранения. Выбрав подходящий для себя вариант, вы устанавливаете его на свой компьютер, скачиваете приложение или регистрируете онлайн-кошелек. Это краткая информация о том, как и где вы можете хранить ваши сбережения в криптовалюте. Более подробно и на практике мы рассматриваем эти процессы на моем курсе «Как зарабатывать на криптовалютах». С вами была Елена Бадоева. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки, если видео вам понравилось.